says, ma'am, как в лучших домах. Сейчас, минуточку. Здесь у меня были финансы. Дали два выходных. Посходили с ума люди. Вместо того, чтобы вместо, чтобы в кругу семьи, понимаешь, или там по квартире пошататься. Так нет, убивают время, причем зря убивают. Вот в прошлое это я как... Прошлое воскресенье потянула она меня на эти... Как из ворот выйдешь, сразу направо. Вот. На вернисаж. Я-то думал, музей как музей. Это, слушай, не музей, это хуже забегаловки. Хуже. Хорошо, нет? Хорошо есть? Нет? Хорошо, нет? Нет горячего. Нету вовсе. Один только сыр и кофе. И сыр-то какой?
Он уже весь загнулся, его хоронить пора. Ну, в Третьяковке хоть солянка была, а на этом вернижасе одна минеральная. Нет, так думаю, не отдохнешь, а в воскресенье проходит. Ну, пока с курсия на статую таращился, я из музея выскочил на углу. Прихватил кое-что, только расположился, не, газетку и расстелил, все, как говорится, и чин-чинем. Так нет, вахтерша прицепилась. А? В греческом зале, в греческом зале. Это вахтерша. Как вам не стыдно, как вам не стыдно, аж пенсне у нее раскалилось. Я так тихо замечаю. Что ты орешь? Ты, мышь белая. Ты здесь каждый день дурака валяешь. Мне завтра на работу идти. Ты видишь, человек без стакана. Что же мне из горлышка булькать? Она в греческом зале, в греческом зале. Ах, Аполлон, ах, Аполлон. Я говорю, да, я Аполлон. А это он Аполлон? Ну, нехай себе Аполлон. Ах, селедку вы, селедку! Что селедку? Я селедку! Ну, развернул я у него селедку на плече. Ну и что? Он 2000 стоял без селедки, 2000 лет. Пусть селедкой постоит. Что ему сделается? А мне зато на работу идти. Понимаешь ли, коза старая. Хотел я консервную банку открыть, я бычки с собой прихватил в томате. Мировой закусон. Очень советую. Слушай, вот смех, вот умора, музей, нечем банку открыть. Ну, ну, ой, слушай, куда я только не лазил, приспособился под конем, оторвал какую-то железяку, только вдарил, она как заверещит, у меня аж банка из рук выпала. Я говорю, что ты дребезжишь, что я тебе трогаю, да? Я тебе кусаю, ты видишь, у меня полно продуктов, на часах уже 3, а я еще ни в одном глазу. Ты можешь мне что провынести? Она в греческом зале, в греческом зале. Я говорю, тебе штопор есть в греческом зале? Вы понимаете, что вы говорите? Я говорю, я понимаю, ты понимаешь, что без штопора мне не открыть, я о пол буду стучать, я же мешать буду, это же музей. Темнота, слушай, темнота. Никакой культуры, я так намучился. В кромешной темноте. Там ни черта не видать, ни черта. Слушай, где закуска? Где бутылка? Где горлышко? Куда лить? Откуда что? Раздавил пол-литра в антисанитарных условиях. Бычки, конечно, руками. Бычки руками все. Вылез из этой гробницы весь в паутине, весь в бычках. Поковырял того рыцаря. Слушай. Унутре рыцаря труха. Знаешь? Унутре. Внутре. Средневекового рыцаря наши опилки. Ой, дурит нашего брата, слушай. Ой, дурит. А тот железный, который на коне, тот ничего, тот крепкий. Меч я у него вырвал из руки, щит рвал, не идет. Вот тебе музей. Убил выходной день. Ежели бы не это дело, никакого удовольствия. Сейчас я прыгаю.